Была у меня учительница, которую я просто обожала. Она была похожа на Иветти из старого бразильского сериала «Клон». И вот однажды Иветти предложила моей маме отправить меня в Англию на недельные языковые курсы. И вот мы прилетели в Лондон, но жили мы в соседнем городе на берегу моря. Меня удивило, что январь в Англии очень теплый. Можно было ходить только в одном свитере, но на улице. А в помещении почему-то было намного холоднее. В доме я носила сразу несколько кофт, пока хозяйка в тоненьком халатике спрашивала меня, как же мы терпим суровые холода в России. Меня и еще одну девочку из нашей группы подселили к местной семье. Это было для меня шоком. Но еще большим шоком оказалась моя соседка. Она постоянно издевалась надо мной и периодически поколачивала меня, пока никто не видит. На моей памяти, кажется, это был самый страшный эпизод буллинга по отношению ко мне. Наверное, поэтому я до сих пор помню ее фамилию.